мы продолжаем тему. И на трассе М-53 движение было ограничено из-за разлитого масла. Платформа, которая везет реактор для Ачинского НПЗ, не выдержала многотонной нагрузки и дала течь. Сбой случился в гидравлической системе самоходной платформы. ЧП произошло на 793-м километре. Пока освобождали трассу от пятен, движение транспорта пустили по встречной полосе, а саму платформу ремонтировали на объездной дороге. Напомню, реактор весом в 397 тонн везут в Ачинск на НПЗ. Передвигается он со скоростью 5 км в час. И это не первая внештатная ситуация во время перевозки. Так, в конце августа по техническим причинам один из транспортеров совершил вынужденную остановку возле деревни Старцево. А накануне также из-за сбоев реактор отправился в путь не ночью, а утром, что не на шутку возмутило автомобилистов.